Красному представителю Российской Федерации Муслим Гаджимагомедов. Боксер 1997 года рождения. На ринге провел 94 поединка, в 91 вышел победителем. Участник чемпионата мира и финалист чемпионата Европы. Тренирует спортсмена тренер Ахмедов. Седьмым был готовиться к продолжению боя представитель Республики Узбекистан Санжар Турсунов. Спортсмен 1998 года рождения. Счет боям пройдет на ринге, не ведет. Призер чемпионата мира в Гамбурге 2017 года. Тренирует спортсмена тренеры Киричев и Курбанов. Секунда на заре.
В этом бою одержал победу и вышел в финал нашего соревнования. Боксер красного угла. Россия, Муслим Гаджи Магомедов. Уважаемые любители бокса, супер тяжелая.